Всем привет. Так резко руку подняла, больно стало. Слушайте, я посмотрела директ. Так, очень вокруг да около. Есть очень много вопросов по поводу операции. Поэтому я готова отвечать. Почему я решила уменьшить грудь? Потому что я это уже делаю второй раз. Собственно говоря, у меня по генетике грудь в маму. У меня у мамы большая грудь. И у меня тоже. Но также по генетике у меня очень плохая кожа. Она не эластичная. С большой грудью очень тяжело. Она провисает, тянется вниз. На коже появляются растяжки, и из-за этого очень тяжело. Там много в чем дискомфорт. Во-первых, спина, во-вторых, скажите мне, выбирать белье, купальники, все это очень тяжело, топики, от всего этого нужно отказаться. Плюс вы сразу становитесь толще визуально. За счет груди. То есть, если вы оденете какой-то объемный свитер, и у вас большая грудь, то все, вы вот такая баба с возу. И это выглядит очень не очень. Поэтому я уменьшала первый раз. Мне ее уменьшили с пятого, первый раз, когда я делала. Мне уменьшили с пятого до, по-моему, третьего с половиной, четвертого. То есть, по факту, всего лишь на один размер. В этот раз мне уменьшили с вот этого четвертого на... Ну, врач говорит, что это второй с половиной, но мне кажется, все равно она больше. Поэтому, честно, не знаю, надо будет посмотреть потом уже, когда, во-первых, мне снимут вот эти вот повязки, то, что я вам показывала в сторис, белый вот этот лейкопластырь, и посмотреть полностью на грудь и подождать, пока она... заживет. Вот. Что касается импланта, имплант мне нет смысла ставить, потому что, ну, у меня, ну, много своих мягких тканей, плюс железа, и зачем вставлять, как бы, инородное тело в себя, если есть из своего, что можно сделать. Ну, и еще у меня был вариант вычистить всю свою грудь, убрать там молочную железу, убрать мягкие ткани и поставить имплант. Но на этом мне врачи сказали, что из-за моей кожи имплант будет прям виден. То есть кожа настолько тонкая, что будет просвечиваться. Так что вот такая вот ситуевинка. Не очень хорошо, но надеюсь, что до рождения ребенка мне хватит. Немножко так похожу, потом уже рожу малыша, малышку, и все, и сделаю по новой. Таня, ты же уши делала без хирургического вмешательства. Уши? Как это без хирургического? Вы что? Разрезали сзади ушки. Ой, ой. Целый день лежу, не могу ходить толком. Ну, такое неприятненько. Но прям болезненных ощущений никаких нет. Все страшное позади. Швы снимать будут, я думаю. Я через неделю иду на перевязку. Вот, поэтому там мы уже посмотрим и все подробно расскажут. Как беременная? Я не могу быть беременной. Мне операцию сделали, я под наркозом была. Вы что? Я о будущем говорю, что в следующий раз, ну, то есть я вот сделала второй раз, третий делать не буду уже. Когда будет малышочек, потом после малышочка сделаю. Хочу детишек как только, так и сразу. А
Когда выйдет курс по мейку? Хороший вопрос. Когда я его смонтирую, девочки, это настолько тяжело. Вот, знаете, записать курс, рассказать все там, показать. Фигня. Смонтировать вот этот весь диалог — это адский ад. Нет, гормональный я никогда не пила. По поводу, смотрите, цены, операций, всего вот этого, я напишу пост, все подробненько распишу. Я там самые главные часто задаваемые вопросы сейчас посмотрю, и я все распишу. Вы его сможете сохранить, там будут контакты клиники, хирурга, что нужно, ну, все это напишу. Анализы, вот сколько обошлись, там надо все это посчитать. Спасибо большое за комплименты. Извини, когда первый раз решилась, почему? На что? На уменьшение груди? Почему? Потому что она провисала. И, ну, это некрасиво, не эстетично. Тем более для молодой девочки. Это даже не молодой, ну, то есть неважно. Все девушки, женщины хотят выглядеть красиво, чтобы у них была красивая фигура, красивая грудь. Почему так быстро выписали? Так всегда, что с увеличением груди, что с уменьшением, вы лежите один день в больнице, и вас выписывают. Почему вообще уменьшила грудь? Один и тот же вопрос. Я вот рассказала, потому что у меня провисала грудь, у меня был 5-й размер, это очень тяжело. У меня растяжки на груди, очень плохая кожа. И это было не эстетично, некрасиво, неудобно. А большая грудь визуально увеличивает в объемах. Плюс очень тяжело подобрать красивое белье. Вы не можете носить топики, в кроп-топы, да, там летом. Все вот это вот накопительный такой эффект. Муж вообще все, что я хочу, он всегда как бы меня поддерживает. Никогда не говорит, типа, нет, не делай, нет, нет. Говорит, мне все в тебе нравится, говорит, но если ты себя чувствуешь некомфортно, то делай. Вот так. Спасибо большое. Восстановлюсь, надеюсь, скоренько. Пока еще такое состояние, знаете, все время хочется лежать, спать. Да, сразу выглядишь моложе, это правда. Муж доволен, но я ему показала, вот как и вам в сторис, он говорит, честно говорит, даже не знаю, настало меньше, не стало, ну, непонятно еще. Плюс грудь же порезанная, тут отек идет на груди. На что я не отвечаю? Жалеете ли когда-нибудь о сделанном? А жалела ли когда-нибудь о сделанном? Если да, то о чем? Ну, честно, много о чем жалела, но не хотела бы об этом говорить. Ну, такого в детстве, знаете, было много глупых поступков. Вот вы не раз уже спрашиваете, когда курс по мейку, как смонтирую, я обязательно обо всем расскажу. Просто пока не могу. Да, грудь у меня своя, у меня нет импланта. Нет, не первый раз, когда я уменьшала, я не вставляла имплант. Не второй раз. Грудь своя осталась. Наркоза не боюсь, потому что медицина идет вперед. Сейчас от наркоза и отходит гораздо быстрее. Есть разные виды наркоза. Ну, в общем, все окей. И опять, у тебя есть импланты на груди? Нет, у меня имплантов. У меня своя грудь. Муж, да, ухаживает, правда, он сейчас выехал, но вот через 20 минут будет дома. Что ответить? Ребят, ну не общаемся, да, не общаемся, так вышло. Что вы хотите от меня услышать? Ну, вы же поймите, вы... У каждого своя жизнь.
в жизни так бывает, что люди перестают общаться. Вы что, никогда ни с кем не ругались? Не ссорились? Сейчас я выйду, сяду в кресло, чтобы вы меня видели, а то уже так темно. Об этом свет включать не хочу. Ой. Чувствую себя ничего, хорошо, спасибо. Нормально, терпимо. Точку зрения мы услышите. Я просто не хочу, вы же знаете, как обычно бывает, что у каждого своя точка зрения. Ну и вообще там такая, по моему мнению, очень глупая ситуация произошла. Что я не хочу ее обсуждать. Очень, очень все глупо. То есть... Очень красиво, спасибо. Хотите у меня на эфире спросить? Но она не ответит так же, как и я не хочу отвечать. Я честно, ну, я не... Как сказать, я не злопамятная. Ничего. Ну, так вышло. Такая жизнь. Скажите, пожалуйста, чем красите брови? Лучше покажите. Крашу... Вы про краску саму говорите? Или про... Макияж. Вообще крашу тенями. Новые телефоны. Да. Ты хочешь детишек? Конечно, хочу. Как у Иришки дела? Честно, не знаю. Вот последний раз мы виделись, когда я ей ночнушку смешную подарила. Ну, вроде ничего, хорошо. Тоже ж дома лежит, ей особо ходить нельзя. Много, точнее. О, спасибо, спасибо. Что бы еще изменила в себе? Вообще, я думаю, вы меня сейчас не поддержите, но я... Мне очень нравится фигура афроамериканок, когда у них, знаете, такая тонкая талия, такие большие, большая вот эта бедренная часть, ну, такая широкая. И когда вот идет, ну, такое, знаете, вот песочные часы, то есть фигура, и вот так вот раскрытие бедер, и потом опять узкие ножки. Ну, хотя у афроамериканок ножки не узкие, ну, не знаю, поняли вы, что я хотела сказать или нет. Да, особенно я всегда хайплюсь только так вообще. Я человек хайп. У меня ж столько историй прям хайпов, с ума сойти. Татьяна, вы, конечно, очень рискуете сильно тем, что сделали, но одновременно то, что сделали, и нужно его, конечно, знать, на какой поезжу уже все обдумать. Не совсем поняла, о чем вы написали. Да ну как странное в том, что вы хотите уменьшить грудь. Но я, честно, я этого не понимаю. Когда пишут, все увеличивают. Увеличить грудь имплантом и уменьшить свою родную грудь, вообще имплант и своя родная грудь, это две абсолютно разные, никак не пересекающиеся вещи. Вот вообще... Все индивидуально, во-первых, у каждого своя кожа. Некоторым даже противопоказаны импланты вставляют. Ну, то есть это все зависит от ситуации. У некоторых своя грудь родная, большая, да, она держится на одном месте, как имплант. Но это такой редкий случай, и то большая. То есть, если пятый размер, вообще забудьте, это огромная тяжесть, которую кожа просто не может вот так вот, знаете, такой, чтобы шар. Вот этот торчал, да, своей груди, там, с мягкими тканями и молочной железы. Поэтому все это сложный вопрос, в котором нужно разбираться каждому индивидуально. С кем бывшим, ребят? Я уже больше чем год замужем. Это очень некрасиво. Вы ж не... Не сидите при своем муже
не обсуждайте своих бывших парней, не знаю, мужей, еще кого-то. Вот и мне не надо задавать такие вопросы. Я знакома с некоторых, у них было много проблем со спиной, так что ты молодец. Да, спина это тоже очень сильно влияет. В смысле, как увидеть мой результат по груди? Я выставляла в сторис, открывала корсет. Или вы имеете в виду до? Просто, естественно, я же не могу в Инстаграм выставить себя голой. Это сейчас мне их залепили. Вот. Но я записала видео в таком топике перед операцией. Вот. И когда я сниму корсет, я запишу в этом же топике видео уже без корсета с новой грудью. Для того, чтобы вы посмотрели. Ну, естественно, на голую грудь вы не посмотрите. Потому что помимо девочек может заглянуть и мальчик. Вот. Но я думаю, вы поймете. Сколько разрезов на груди. Но первый раз, когда мне резали вокруг ареолы, вот так вниз и под грудью, якорная. Сейчас уже ареолу не резали вокруг, просто вот так вниз и под грудью. Но честно, у меня вот за счет того, что у меня был опыт, да, разреза груди в первый раз, и вот шрам, он уже, естественно, затянулся, потому что с первой операции прошло сколько? 2 года или 2,5. Ну, то есть это честно никак не смущает, вот мужчину это никак не смущает, это не выглядит как-то отвратительно, неприятно и так далее. Ковидом, не знаю, болела или нет, честно, но мне кажется, что болела. Димка, привет. С зубами что решила? Вот вообще 4 числа мне должны удалить, 4 июня, должны удалить последний зуб мудрости, чтобы поставить элайнеры. Но! Я разговаривала с Майей, Майя мне сказала, что после наркоза 2 недели нельзя делать анестезию, потому что это на сердце влияет. Поэтому я хочу позвонить... Простите, пожалуйста, телефон садится. Поэтому хочу позвонить в клинику и спросить, можно ли мне после операции делать анестезию. Лена слышит твое имя и истерит. Ну, бывает. Боже, ну почему вы такие невнимательные девочки? Вот сижу в прямом эфире, посты пишу, что я уменьшаю грудь, в сторис 10 раз сказала, я уменьшаю грудь, в прямом эфире 10 раз сказала, я уменьшаю грудь, и еще все равно кто-то заходит и спрашивает, вы уменьшали грудь? Зайдите, я ж посты написала, вот 2 последних поста, все про грудь написано, нет, один фиг, один и тот же вопрос. И как попугай, я должна сидеть, операция по уменьшению груди, операция по уменьшению груди, операция по уменьшению груди, операция по уменьшению груди. Напишу по поводу стоимости всего вот этого. Нет, я понимаю, что есть свои дела, девочки, но я же тоже не попугай, я не могу отвечать все время, но вот вы заходите, а потом вы будете обижаться, что я лично вам не ответила. Но вы же сейчас нашли время, чтобы зайти в прямой эфир, также вы можете зайти просто в пост, в котором я все подробно расписала, если вам это действительно интересно. Если вам не интересно, то вы меня тогда и не спрашивайте, потому что я тоже дорожу своим временем и другими девочками, которые задают какие-то новые, да, вопросы, которые их интересуют.
Все просто. Я же не говорю, что вы должны сидеть на моей странице и типа следить за каждым моим сторис. Но я обо всем этом для чего-то же рассказываю. Да, ребят, я не хочу рассказывать про Милену, поймите меня правильно. Я человек, который вообще не... У меня и с Ирой было недопонимание. У нас не было ссоры, мы с ней не ругались, но было недопонимание. Я никогда об этом не рассказываю в Инстаграме. Я не хочу хайпиться на этих темах. Мне это не интересно. Я не такой человек. Я не могу. Я даже не смогу двух слов связать, потому что... Ну, это не... Но это буду не я. Я так не умею. Вот. И случилось у нас недопонимание. Почему Милена остро, резко реагирует? Ну, наверное, потому что она такой человек. Я в целом, что на хейт, что на какие-то ситуации, я реагирую абсолютно спокойно. Я могу в момент конфликта нервничать, но, естественно, этого никто не видит. Когда этот конфликт проходит, я, естественно, успокаиваюсь. Я абсолютно... хорошо ко всем отношусь, и все. Кто почему нервничает, почему кто-то кричит, еще что-то делает, я не могу вам ответить на этот вопрос. Это вот задавайте тем людям, и пусть они вам на них отвечают. Я не знаю. Размер стал 2,5. Мне так сказал врач, но на самом деле это еще не точно. Сейчас у груди есть отек. Плюс она немножко заклеена у меня, и поэтому, короче, тяжело сделать вывод. Нет, я на Аляну не подписана, да и не очень давно с Ирой не общаются. Красотка все увеличивает, это наоборот. Увеличивает, потому что вставить импланты и своя грудь — это две разные вещи. До самой первой операции размер был 5. После первой операции был 4. И сейчас не знаю какой. Надо будет после того, как сниму корсет, посмотреть. Нет, еще врач не публиковал фото до. Только подключилась, как себя чувствуешь? Ничего не болит? Спасибо, хорошо себя чувствую. Шовчики побаливают, но все терпимо. Можно пережить. Если результат не устроит, со временем да, но думаю, в следующий раз я уже это буду делать после рождения ребенка. Какие процедуры? Я последний раз у Дианы только вот ее коктейль колола. Кстати, многие спрашивали, у меня тут синяк, но я его сегодня замазывала. Многие спрашивали, ну, типа, это ли политики? Нет, у Дианы авторский коктейль, который убирает вот жиры, второй подбородочек. Пока больше ничего не колола. Ну и до этого, в прошлом, на других процедурах колола губы, подбородок и нижнюю треть лица. Вот эту часть. И все. Все нормально, адекватно всем целям на грубо. У меня тоже зеркало, как у тебя сзади. Мне кто-то его на рекламу как давно присылал. С первого раза есть эффект? Коктейля, да? Есть. Да, это Ира дарила. Какое самое яркое воспоминание с детства? Ничего себе, вот сейчас бы вспомнить. Ну, наверное, когда братик родился. Так много одинаковых вопросов. Да.
Ой, хотела записаться прям вот в ближайшие дни, но мне Лена сказала, что у нее нет. 2 недели все расписано, а говорит, будешь хорошо себя вести, в пятницу возьму. Хочу опять короткий. Я, кстати, у меня с ногтями вообще такая тема, знаете, чисто и реально девочки, такие девочки. Если ходила с короткими, я ж вообще такие прям короткие-короткие. Походила-походила, лазила-лазила в Инстаграме, смотрю длинные ногти. Как захотелось мне длинных ногтей форму балерина. Думаю, сделаю себе длинные ногти. Сделала себе длинные ногти одни, потом пошла на коррекцию, сделала вот вторые, и все. Походила, надоело, хочется короткие опять. Кошмар. Тату больше нет, не буду делать. Вот рукава мне вполне достаточно. Губы нет, не свои. Танюш, сколько стоит операция? Напишу об этом пост подробненько, распишу все. Надо все посчитать. Там же корсеты, чулки, вот эту всю историю. Ты часто пьешь в плане алкоголь или воду? Что пью? Потом опять длинный захочешь. Ну, кстати, не часто. Я с короткими хожу долго. Ну, там полгода. Наверное, хожу и потом хочу опять длинные. Еще после я хочу в середине июня поехать в Крым на месяц, что ноги затекли. Вот. И думала себе сделать афрокосички. Как думаете, надо или нет? Татуаж, да, делала. Но мне делали под мой цвет губ. Ну, такой естественный, просто чтобы более был четкий контур губ. На кого больше похожи? Ну, все говорят на маму. Сколько у тебя было операций на грудь? Это была вторая. Не надо, нет, не надо. Надо косички, очень красиво. Косметолог, зайдите ко мне в подписки, на кого я подписана, введите Диана Салмановна, либо просто Салмановна. Да, я про косички. Нет, не надо, спрямим хорошо. Дреды попробую. Нет, дреды нет, это не мое. Спасибо большое за восстановление. По поводу перекрашивания волос, нет, не планирую. Единственное, были мысли вернуться к своему родному цвету волос. Это вторая была операция на грудь. Вторая. Муж выезжал на день рождения к однокласснику чай попить. Его дома, наверное, часа два нет. Но он уже через 10 минут будет дома. Почему осталась недовольна первой операцией? Разве я где-то сказала, что я недовольна и осталась? Просто тяжесть осталась большой груди, и она снова начала провисать. Это не зависит от хирурга. Это зависит от эластичности кожи. Диана из Дагестана, да. У вас классный муж. Спасибо. Как часто моешь волосы? Через день. Но если ходить все время с распущенными, то, наверное, надо было бы каждый день мыть. Нет, у меня от косичек волосы не портятся. Нет, нос свой не делала. Почему ты уменьшила грудь? Опять 25. Потому что у меня провисала она. И у меня очень плохая кожа, и визуально это увеличивает. И есть сложности с подбором белья и купальников, и топиков летних. Блин, как можно ради своего заеба пускать себя под нож, тут палец порежешь, охереешь, а тут самовольно. Ну, каждый к этому относится по-разному. Я бы так не сказала. Я себе облегчаю жизнь. Порезать палец это не приносит никакой пользы.
Шампунь моем обычным пантином. Но надо мне его поменять, а то голова привыкла сильно к нему. Привет, как самочувствие? На вид бодрое. Да, нормальное самочувствие, просто сами швы болят. Импланты мне нельзя ставить. Ну, точнее, можно, но может получиться эффект водопада. Имплант будет здесь, а своя грудь ниже. Ох, купальники новые будут. Да. Не скорее всего придется после родов опять делать, а 100%. Любимый турецкий сериал? Ну, наверное, «Постучись в мою дверь». Я жду, когда он уже выйдет. И «Черная любовь». Ну, он очень длинный, затянутый, но классный. Ну, запах клубники тоже ничего. Бальзамополаскиватель, да, тоже пантин. Тебя уже отпустили домой? Да, так всегда, на следующий день. В чем заключается привыкание головы к шампуню? Может появиться перхоть, быстрее появляться жирная, быстрее появляться, быстро жирнеет голова. То у каждого разные проявления. Таня, сколько еще нужно вести спокойный образ жизни после операции? Ну как, желательно месяц, ну так для полной реабилитации желательно месяц. А в целом через неделю можно. Вообще, врачи рекомендуют прям, ну, не вести неподвижный образ жизни, потому что тогда больше отеков, болезненных ощущений, наоборот, надо, типа, больше ходить, делать каких-то движений, но там поднимать больше 2 килограмм нельзя, такие какие-то ограничения, небольшой спорт, естественно, месяц, ну, никаких нагрузок не должно быть, вот. Ну, в целом, нормуль. Не, нос у меня свой. Огонь, это она была в Инстаграме, моя грудь была огонь. Спасибо. Таня, а голову каждый день мойте? Через день. У тебя по ареоле или ты разрез, и в чем отличие? Отличие в том, что при уменьшении груди вам не могут сделать по ареоле. По ареоле делают только при увеличении груди. А когда нужно вырезать мягкие ткани свои, то так не получится. Их через сосок не вырежут. Надо полностью делать разрез. Вот и все. Нет, я уменьшала грудь. Правильно понял, я замужем. Спасибо большое. Спасибо большое. Всегда делаешь скульптурирование лица? Сегодня не делала. Ну, вообще, да. Не беременна? Нет, я операцию сделала. Я вчера под наркозом была. Какая беременность? Вы что? Почему делаешь такие большие губы? Я их уже не делаю давным-давно. Ну, мне верхняя нравится, а нижняя сильно такая тяжелая прям. Ну, как тяжелая? Мне, я-то не чувствую никакой тяжести, к тому, что она такая большая, провисающая. Мне она не нравится. Все пытаюсь решиться сделать лангидазу. Она болючая, пипец. А твое мнение о мужиках, которые принимают пресс, как это принимают пресс вместо того, чтобы идти в спортзал? Что это значит? Общаюсь с Ирой. Красавица, неудивительно, что замужем. Спасибо. Да, Труфанова. Про операцию все напишу в посте. На лице что делала? Ничего не делала. Ну, в плане косметологии делала губы, подбородок и нижнюю треть.
Так, знаете, что я поняла? Словила себя на мысли, что я очень устала. Очень мне тяжело. Конечно, ты хороший и добрый человек, думаю, у тебя прекрасный внутренний мир, но всех интересует твоя внешняя красота. Спасибо. Очень приятно. Страшно было делать операцию? Да нет, на самом деле. Ну, когда у вас есть опыт... Ой, очень ноги занемели. Опыт первой операции, это не сильно страшно. У меня муж пришел домой, поэтому я буду с вами прощаться. Обнимаю вас, целую и пойду обнимать своего мужа, который ходил, бродил, гулял. Не бродил. Мияги вернулся. Поэтому, если что, завтра, если буду хорошо себя чувствовать, выйду к вам сейчас в прямой эфир. И поболтаем с вами.